Всем привет, это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами, и мы с вами опять очутились в фикс-прайсе, посмотрим, какие здесь новинки на этой неделе. Последняя флористическая губка осталась, и то вон она вся помятая, 77 рублей она стоит. Если вы хотите сделать букет в коробке к 8 марта, допустим, то это незаменимая штука, стоит дешево, а получается шедевры. А вот и полочка для мужчин к 23 февраля. Какие кружки для тех, у кого руки из нужного места. Нет, это грубо звучит. Для тех, у кого золотые руки, скажем так. Вот вам тут и отвертка, или шуруповерт в наборе кружки, чтобы не забывали свою деятельность. Тут и шуруповерт, но есть еще и для игроманов, у кого не золотые руки. Вот, например, с джойстиком кружка Game Over. Правда, написано, что игра закончена. Вот. Ну, оригинальные, конечно, кружки. Не скажу, что очень хорошо прям сделаны. 199 рублей стоят. Есть еще вот поаккуратнее такие интеллигентного вида кружки. Вот реальный мужчина, например. 99 рублей стоят такие кружки. Лучший мужчина, стиль джентльмена, горошек, ну и, конечно же, пивные. Вот рыбалка, промежуточное звено между спортом и религией за 99 рублей. Вот такая щука. Декоративные наклейки, они сделаны в виде плитки, вот. Как керамическая плитка, 99 рублей за 4 штучки. И все на тему машин. Ну-ка, посмотрим. Да, машина Лондон. Так, это что такое? Сумка для мобильного телефона на пояс, на кнопочке, 99 рублей. Цвет в ассортименте, посветлее. Вот цвет хаки есть. Всякие наборы, ручка с брелком за 99, блокнот и ручка. А вот какие интересные, это для мальчиков, набор ручек, инструменты, 99 рублей. И вот такой блокнот с искусственной кожей, переплетение, шкатулка-машинка за 77 рублей. Вот здесь открывается сверху, получается кабриолет. Мне кажется, красные машинки очень интересные такие, как жук. Какие интересные новые перламутровые кошелечки в виде подковы. И у них разная фактура, но блестят они все практически одинаково. Посмотрим, что внутри. Здесь металлическая молния, большая такая собачка. И внутри потайной кармашек для мелочи и два отделения. Еще с дополнительными вот здесь папочками. Очень красиво смотрится, привлекает внимание. Вот даже есть как рыбья чешуя. Сердечки. Еще одна чешуя. И вот такие соты. Объемные сумочки. 77 рублей. Пакет подарочный. Для горшочных растений и букетов. Сделано в Китае. Ручки очень прочные. И есть в белом цвете, в черном, полосатые, с сердечками. Даже вот в таком варианте, как крафт-бумага. Красиво, стильно, практично. Вот если не знаете, как подарить цветок в горшке, допустим, орхидею. Вот, пожалуйста, такой вариант. 77 рублей. И подарок упакован, еще и удобно нести. Блокноты с прищепками, вот бумага для записи. Здесь стилизация лама, прищепка такая массивная, прочная. Это все сделано в Китае. А с зеленой прищепкой здесь лисята.
Написано, что сделано из картона и бумаги. И вот там такая толщина, где-то листов 100, может быть, даже больше. И они все держатся на прищепке. Удобно. Здесь же ручка в комплекте, все завязано бантиком. USB-нагреватели для кружки. Так, пандочка и кошка. Притом пандочка есть вот с розовыми щечками. Влюбленная панда. А есть... Хотя нет, здесь тоже розовые щечки, просто плохо видно. В описании сказано: подключите USB кабель компьютера, устройство нагреется в течение нескольких минут. Когда не используете устройство, убедитесь, что кабель не подключен. И не погружать в воду, не мыть в посудомоечной машине. И нагреватель подходит для кружек и стаканов с плоским дном. Но это и понятно, чтобы было больше соприкосновения вот с этой нагревающей поверхностью. Вообще очень красивая подставка, сделана качественно, никакого запаха химического нет. И вот он, USB провод, толстый и длинный. Вот еще какие есть блокноты. Толстые-толстые, на больших пружинах, с закладками, с резинкой и разноцветные там листы, как блоки внутри. Есть и нежные мотивы, есть вот такие зигзаги активные и какой-то еще... А, и полосочка с розами. И посмотрим, что внутри у этого блокнота спрятано. Толстая картонная обложка, во-первых. А, это вот ежедневник. Тоненькие странички полупрозрачные, но они белоснежные. Бумага хорошая. Есть здесь даже закладка. Вот ее нужно вставить сюда, видимо, пружинки с конвертом. Вот еще, в общем, тут разграничение вот такими кармашками. На несколько, может быть, это кварталы. Есть и розовые. В общем, красивый, современный. Посмотрите, вот здесь еще на дни недели распределено. И есть для даты место. Даже наклейки в конце. Вот такой милый, интересный и полезный ежедневник. Гирлянды розочки за 199 рублей. Очень мило должны смотреться. Две батарейки в комплект не входят. Вот они. Это как новогодние гирлянды. Понятно, есть и белые, и розовые. Для романтической атмосферы. Подойдет, кстати, и на свадьбу, и на день рождения, и на юбилей. Для дачи сада-огорода. Ускоритель созревания компоста, компостин. Ну вот, ОЖЗ. Органическое живое земледелие. Земледелие экологическое, значит, пол-литра, 77 рублей. Ускоряет созревание компоста, улучшает микрофлору компоста, обогащает основными элементами питания. Вот такой флакон на 500 килограмм компоста. И есть еще гумикалины, природный эликсир плодородия. Ускоряет созревание, увеличивает урожайность. Таблички информационные с бумажными вкладышами. В этот раз вот такие. Обычные есть и пластиковые. С карандашом внутри, здесь 20 штук. И в этот раз прозрачные, вот с каким-то фломастером внутри. 10 штучек всего в наборе, цена не указана. Биологический фунгицид, поробактерин, рассада 5 грамм за 27,50. Вот такой, содержит споры бактерий, обеспечивает профилактику и лечение от мучнистой росы, фитофтороза, ложной мучнистой росы, корневых гнилей и других болезней. В общем, обеззараживать можно почву, семена, поливать и опрыскивать рассаду и пересаживать. Я думаю, что две штучки-то нужно взять, если от фитофторы. Вот, удобрение аминокислоты для цветов, защищает от любых стрессов, 25 рублей. Фитоспорин. 27,50, но здесь маленькая упаковка, меньше, чем в светофоре. В светофоре большая упаковка. Овощи, ягоды, цветы для рассады. Гуми Оми, ОЖЗ Кузнецова. Здоровая рассада тоже. В этот раз тут не густо. Все для сада-огорода в отделе. Мало новинок. Или все разобрали. Новый крем для лица. Омега-369, 85 миллилитров. Так...
Есть вот с розовой полоской и с бирюзовой. Все понятно. Значит, с розовой полоской это дневной, а с бирюзовой это ночной. 55 рублей за 85 миллилитров. И все очень-очень мелко написано. Интенсивно увлажняет, разглаживает, сохраняет влагу. Так, и сделан в России. Московская область, Ленинский район. Какие объемные боксы, контейнеры, органайзеры, да еще с ручкой за 149 рублей с вкладкой и замком. Сейчас посмотрим, что там внутри. От Fimaco. Вот он замок. Ой, какой объемный, правда, что удобный. Петли не очень, конечно, крепкие. Замок тоже. Вообще пластик, смотрите, ходуном ходит. Но ручка прочная. Из очень плотного материала, из плотной пластмассы. Вот такие петли, не очень надежные. Но, в принципе, они не должны быть надежными. Сделано в России. В треугольнике цифра 5. Не содержит бисфенол А. Крышки везде одинакового кремового цвета, а сам бокс светло-серый или красный. Влажные салфетки для детей. Огромная упаковка, 140 штук с аллантоином. Или они переехали с полки с другой сюда, и теперь они выделяются как-то, что пачка такая огромная. Может быть, они и раньше, были, не видели. В общем, pH сохраняют естественный баланс кожи. Почему-то сегодня ни одного ценника нет в магазине. Очень странно. Интересные объемные рюкзаки детские. Вот у них такие здесь лямки. Сверху петля. 199 рублей такой рюкзак стоит. Как шарики. Киндер-сюрпризы. Посмотрим, что внутри. Внутри одно всего лишь отделение, и вот нет, даже спинка не мягкая, здесь нет никакого поролона. Вот как яйцо, одно отделение, половинка от яйца. И тут же сумки для обуви, вот такие блестящие. Размер обычный, стоимость 199. Материал у них плотный, вот какой, как искусственная кожа даже. Затягиваются шнурком. В принципе, смотрите, как здесь шито все неплохо. Вот, и перламутровая. Да, вот у них тут как все сделано качественно. Мне нравится. Ну вот и все на сегодня. Если видео было вам интересно, а также полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а я желаю вам, как всегда, самое главное, это крепкого, наикрепчайшего здоровья. Ну и, конечно же, полезных покупок. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ.